Всем привет, с вами снова Трибунал, и сделаем быстренький обзор на завтрашнее обновление. Значит, самое основное — это то, что нам добавит Рауля, возможность создания или фьюза Рауля. Для фьюза нужно две фьюал-карты, повторки, соответственно, и у вас будет шанс фьюзить вот такого вот золотого Рауля, у которого пробуждение на все классы. То есть это мультикласс с полными пробудами, классный дядька. Также вместе с этим нам добавят легендарную одну карточку. Это Глад-нож. Вот такой вот. Это у нас будет Глад-нож. Далее добавят эпических 4. Значит, это будет вот такой вот танк. Далее. Вот этот вот Глад. Денсер еще один. Так, смотрим еще. Нам добавят ножа с сабом на мага. И еще добавят лука. Вот такой вот лук с сабом на пику. Лук пика. Далее всем классам добавят красный, фиолетовый и золотой скилл. Золотой скилл можно изучить только при наличии Рауля. Все красные скиллы, ну я не буду тратить время, постараюсь короткое видео. Все красные скиллы, которые новые добавят, они будут добываться с промоушена, либо с алхимии, либо же с 5, 6, 7 этажа. То бишь сейчас они падать не будут ни с боссов, ни с мобов. Соответственно, только алхимия или промоушен. Все красные скиллы на все классы — это масухи. Это дополнительно на каждый класс массовый скилл. Кому-то 5 целей, кому-то 3, кому-то 6. Вот. Далее, что нам еще добавят? Нам добавят 4 этаж Тои. Более всего, что при добавлении 4 этажа Тои нам добавят еще и этот ивент на 4 этаж Тои. Вот. Вкратце по дропу. Синий не буду показывать, покажу только красный. В принципе, дроп ничем особо не отличается от третьего этажа на четвертом. Единственное, что на четвертом этаже будет падать... вот плащ на вид. А на четвертом этаже будет падать вот набедренники терпения с мобов. Это то, что интересно. Из краснухи, скажем так. И еще на... В четвертом этаже будут падать вот эти вот части шмота, новые, зеленые и белые, которые нужны в коллекции, в хорошие, на урон и точность, и которые на снижение урона, которых сейчас не было и можно было достать только с алхимии. Теперь они будут падать еще и с мобом. Вот, в принципе, вкратце, наверное, все. Если интересно, напишите в комментариях, я сделаю отдельно видео по скиллам, по навыкам. Добавят еще, кстати, общие навыки, но я тоже их не буду показывать, там пару штук навыки наследника. Вот, если интересно, напишите комментарий, я отдельно сниму видео там чуть попозже уже с нашего клиента, сниму видео с навыками новыми, которые добавят, в принципе, с описанием. Ну, я думаю, там ничего такого особенного. Главное, что красную масуху всем добавят, это самое топ. Все, в принципе, все. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.